И так с трудом. Все с трудом дается. Перевод, опасный Григоренко, гол! 5-3! Григоренко, седьмая шайба в большинстве в этом сезоне. Одного оставили Григоренко, и надо было попасть в девятку. Он это сделал достаточно легко. Под расстрел оставили Колосова. Просто под расстрел. Нестерова гол. Вот он, пожалуйста, Акулов, Нестеров, и шайба в сетке ворот забивает Григоренко. Да, ЦСКА просто беспощаден. Акулов, Нестеров, Григоренко. Касание на перемещении, Колосова легко поймал. К вратарю претензий нет. Ежов молодец, но где-то ему, конечно, и повезло, а вот здесь уже не повезло, потому что какой же фантастический бросок получается у Хафизуллина, и в результате Салават все-таки выигрывает 3-1. Мне кажется, и сам защитник немного в шоке, выигранное вбрасывание подкатил, вот попал-то, конечно, классно, очень здорово. Едва Толчинский не потерял эту шайбу, но едва не считается. Гол! Вот это попадание! Оливер Каски в дальний угол. Вошел, замахнулся, бросил. 1-0. Классный бросок, ничего не скажешь. Практически бросал Пулкинин. В итоге шайба в сторону ворот не попала. А вот здесь ответ и гол! Егор Миловзоров вколачивает шайбу в ближний угол ворот Романа Уилла. Голубев выдержал паузу сам, затащил шайбу в зону соперника и очень удобную передачу под бросок сделал партнеру. Тут вопросов к Уиллу никаких нет. Здорово попал Миловзоров в самую девятку. Чинский может бросать сам, но передачу делает Корбану Найту. Найт на вершину, Каски, бросок и гол! 3-2! Оливер Каски! Каски сейчас находился на дальнем пятаке, прямо напротив ворота. Времени было предостаточно для того, чтобы замахнуться, прицелиться и попасть. Вся тройка сегодня с очками, и все голы пока на 4 тройки. А теперь Скаком! Это гол Антона Бурдасова с возвращением, капитан. Как Кузьменко здесь отдает. Ну и Бурдасов расстреливает ворота. Вдвоем оказались против одного защитника, нападающего СКА. Шайба как летит, прям подкрученная. Паскуали не успевает переместиться. Играет Акбарс, и при этом очень эффективно. 2-0. Кемпфер. Горыцкий шайбу себе возвращает, и вот опускается Кемпфер. Прямой бросок.